Всем привет! Сегодня продолжение рассказа о коробке из 150 аудиокассет. Кассеты отсортировал. Те, что были изначально с вкладышами, что записано. Как вы видите, я их переподписал, сделал под себя. При этом сохранил данные, на чем записано. Что касается звука. Записи, которые были на кассетах, вернее кассеты, в которых были листочки с тем, что там записано, почти все в отличном качестве записи. Хороший уровень, хороший звук, все прекрасно. Это касается вот этих кассет. Среди тех, у которых не было вкладышей, также попадаются хорошие записи. Я их подписываю. Типа, ну, выдумываю сам что-нибудь. Вот только на русском, например. Прикольная электронка. Как фантазия позволяет, так я и подписываю. Это все под перезапись. Я их все проверил на запись. То, что было хорошо, как я уже говорил, я отложил. Ну а это все надо тоже послушать. Тут могут быть плохие записи в плане качества. Они также пойдут в разряд на перезапись. Сегодня я хочу уйти от стандартного обзора и сделать маленько по-другому. Я не буду показывать кассету, говорить, в каком она состоянии, какого она года. Так что давайте попробуем посмотреть все это в новом свете. Thank you.
when you get tired of holding me tight. Remember it's how I stay alive. When we come down off a high for the night, you don't let go. You're so scared.
Thank you.